Всем привет! Сегодня 6 января, сегодня очень большое количество праздников. Мы не будем вдаваться в подробности, мы просто их перечислим, потому что перечислять их можно очень долго. Они все хорошие, знаменитые, интересные. Сегодня будем перечислять. Первое. Рождественский сочельник у восточных христиан. Следующее. Святое Рождество Христово и Богоявление в Армении. Еще Богоявление у западных христиан, Богоявление в Болгарии, Богоявление в Греции и на Кипре. Сегодня еще День Марунов на Ямайке. 6 января по народному календарю Сочельник или Сочельник. Сегодня именины Артем, Иннокентий, Евгений, Клавдия, Николай, Сергей. Еще есть сегодня 6 января знаменательные события. Мы их тоже сейчас будем немножко перечислим. В 1813 году Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны. В 1834 году гимн «Боже, царя храни» принят в качестве гимна Российской империи. Еще в 1884 году Паулем Нипковым подана заявка на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевизора. В 1943 году в СССР введены погоны для личного состава Советской армии. В 1992 году Горно-Карабахская республика объявила независимость. А также в этот день родились знаменитости: Жанна д'Арк, национальная французская героиня, Богдан Хмельницкий, Николай Крючков, это народный артист СССР. И очень мне нравится, кто сегодня родился. Это родился сегодня Андрияна Челентана. Это актер, композитор, наилучший актер, он всех поколений, всем он нравится. Он молодец. Александр Скрябин, русский пианист и композитор. И еще Владимир Вернадский, общественный деятель. Ну все, на этом все. Встретимся 7 января. Всем спасибо.